begins to fade now, and I feel like I'm losing time, but I don't know how I'm here. The sunlight has turned to gray, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking down. Cause it's you I'm loving, and it's you that основатель, тренер, едем в Киев. Игорь, ну,
Как вы подошли к турниру? Какими силами усилились? Да, в этом турнире более, так скажем, подошли более ответственно, можно так сказать, нежели в прошлый раз. Усилились, есть у нас несколько ребят. Также сегодня проверял, как говорится, боем еще несколько новых ребят. Вот, в принципе, настраиваемся на более, скажем так, боевой чемпионат, нежели мы закончили просто чемпионат. Расскажите, во время тайм-аута вы проигрывали 3-1, сломали ход поединка. Какие слова подобрали ребятам? Что касается тайм-аута, после взятого тайм-аута, ну, поговорил, скажем так, основательный разговор был в перерыве матча. Я просто сказал, чтобы ребята играли чуть аккуратнее и чуть повнимательнее. Потому что в целом играли очень хорошо. То есть, скажем так, ребята мне сегодня довольны. Отыграли, ну, не на все 100, но на 80% то, что они могут. Они сегодня отыграли, я доволен. Команда соперника тоже достойно боролась. Ну, наверное, скажем так, наверное, мы больше хотели победить, что, наверное, вылилось в результат и нашу победу. Два мяча проигрывали и выиграли достойно. Да, да. Вот, потому команде соперника также спасибо за хорошую игру. Удачи, спасибо.